Тарквини и Бенони. Действительно, самая серьезная и самая жаркая баталия. Сейчас прям вот колесо в колесо, бампер в бампер. Вот сейчас, если Бенони скажет, что его кто-то стукнул сзади, это будет Иван Мюллер. Я никогда не поверю. Мюллер, несмотря на то, что он выигрывал титулы в британском туринговом чемпионате, где допускается контактная борьба, простите, очень редко совершает контакты на трассе в WTC. Ну, последний, я помню, это аж с Аленом Меню, который пару лет не выступает. Тогда это была Монса, и тогда это было жуткое столкновение партнеров по команде «Шевроле». Сделает Виктор Шаповалов и его команда славная. И надеемся, что все три автомобиля в следующий раз будут очень и очень быстры. Отпускает сейчас что-то Меди Бенони. Мне кажется, у него проблемы. Или перетормаживает. Эх, контакт! Меди Бенони бедный. Кто только не бил эту машину. Теперь достается Меди Бенони от Ивана Мюллера. Не знаю, кто прав, кто виноват. Пусть это будет на совести стюардов. Они сейчас примут какое-то решение. Наши операторы и... Вот контакт, смотрите, Мюллер внутри, Мюллер едет, и мне показалось, что Бенони пытался прикрыть калитку, а может просто ехал, как он все время говорит, я ехал по своей траектории. Возможно, француз тут не прав, не знаю, но у француза тогда надо было уезжать Ивану долой с трассы, что ли. Но я вам честно хочу сказать, передний привод, покрышки к концу гонки сносились, удержать автомобиль на трассе, вот повтор этого момента, это глазами с камеры, которая установлена на бампере Ивана Мюллера, мы сейчас все это видели.